Сегодня ночью я спал, и кто-то в двери постучал. Потом я слышал голоса. Женский или детский, я так и не понял. Ночью, что же могло быть? И вот потом спишь такой с бока на бок, туда-сюда ворочаешься, слышишь те голоса, что-то показалось, я подумал, какие-то пьяные дети, что ли, или бабы какие-то пьяные. И показался даже звук разбитого стекла. Потом встал, смотрю, что-то эти самые за окном шум какой-то, гам, машины гудят. Выглянул в окно, смотрю ночью, знаешь, там полиции полно, бегает с фонариками. Стоит полицейская машина, стоит пожарная машина. Чёрт его знает, что они там делали. Ну, теперь вот ты видишь, что это было. Этого не было вечером. Это появилось сейчас. Похоже, что кто-то там покоится на дне реки Харьков. Похоже на следы борьбы за свою жизнь. Этой лунки не было. Подписывайся на мой канал Максим Вехов, и ты будешь знать все новости. Харькова. И будешь первым, кто услышит страшилку от меня. Реальную страшилку, не какой-то выдуманный бред. Вот тебе страшилка на ночь.